Уважаемые жители города Саратова, Саратовской области, крупных, мелких городов и, конечно, наше все. Наша область находится, как и по всей России, в области эндемического процесса, связанного с распространением гриппа и ОРВИ, сезонных заболеваний и также остатков ковида. Грипп пришел тяжелый, H1N1. Это свиной грипп 2019 года. И многие, наверное, уже почувствовали тяжесть этой инфекции. Это высокий подъем температуры, который даже не встречался при ковид. Это длительность заболевания, устойчивость к приему препаратов, снижающих температуру. Но нужно отдать и справедливо сказать, что все-таки эти формы не вызывали до настоящего времени смертельной опасности, но тяжело проходили у нас. Поэтому огромное количество, которое сейчас заболело, людей, имеет определенные сложности к вызову врача на дом. Это объективные сложности, я скажу вам. Когда заболеваем в 3-4 раза, это называется эндемическим процессом, очень сложно и по времени, и по количеству, когда количество вызовов в 4 раза, в 3 раза превышает норматив, организовать вовремя приход к дому. Но анализируя те приходы, которые осуществляются врачами, мы видим, что иногда это можно и не вызывать, иногда можно обойтись другим, и не надо вызывать сразу одновременно скорую, неотложную помощь врача. Нужно определить свое внимание к данному заболеванию, понять, структуризировать и вызвать необходимую помощь, получить необходимую помощь в зависимости от симптомов, времени заболевания. Министерство здравоохранения Российской Федерации разработана памятка как для врачей, так и для пациентов, которая включает рекомендацию по лечению детей, лиц пожилого возраста, а также беременных. Алгоритм действий разработан и для медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Дополнительно в эту памятку, очень важно, внесены рекомендации и для граждан. Так, в случае возникновения известных симптомов гриппа и ОРВИ, таких как высокая температура, кашель, боли в горле, насморк или заложенность носа, ломота в теле, головная боль, озноб, слабость, потеря аппетита, стоит остаться дома, избегать контакта с другими людьми в избежание распространения инфекции. За исключением ситуации, когда необходимо обратиться за медицинской помощью. Тут врач уже определит объем необходимых исследований на грипп, определит тактику лечения, в том числе требуется ли пациенту прием симптоматических и противовирусных препаратов. Есть препараты, мы их уже опубликовали, которые можно приобретать самостоятельно, они посимптомные. Их разрешено приобретать даже без назначения врача. Они у вас имеются, если на это нет, конечно, аллергии или противопоказаний. А вот при возникновении следующих симптомов, которые я вам опишу, тревожных, за медицинской помощью нужно обращаться обязательно. Затрудненно, если вы почувствовали дыхание и особенно нехватка чувства воздуха. Боли или чувство тяжести в грудной или брюшной полости. Ломота сильная по всему телу. Внезапное головокружение. Спутанность сознания. Сильная или устойчивая рвота. Если симптомы заболевают, но потом вдруг через некоторое время опять возобновились былые яркости, это тоже относится к ухудшению ситуации. Особенно, когда они поднимаются, усиливаются по высоким подъемам температуры или усиливающимся кашлем. Заболевшие люди могут быть заразными не менее 7 дней, это надо отмечать, после развития заболеваний. Дети, особенно младшего возраста, могут оставаться заразными более длительный период, даже чем взрослые. Для снижения риска распространения острых респираторных вирусных инфекций необходимо соблюдать меры неспецифической профилактики. Это прикрывать рот и нос носовым платком при чихании и кашле в помещении. После использования, конечно, эту салфетку нужно обрабатывать или выбросить. Мыть руки с мылом, особенно если при чихании или кашле вы прикрывали нос, рот рукой. Для эффективной очистки рук такой можно использовать антисептики, которые вы часто использовали, помните, при ковид. Стараться не прикасаться руками к глазам, рту, не тереть их, не двигать именно этим путем, распространяются и микробы, и можно получить вторичную инфекцию.
Избегать тесных контактов с заболевшими людьми – это основа всей ситуации. Очищать твердые поверхности, такие как ручки дверей, с помощью бытовых дезинфицирующих средств. Конечно, проветривать помещения, да, стараться избежать контактов с приходящими людьми, да, как бы и самоизолироваться, иметь собственную посуду. Вот эти банальные вещи позволят несколько уменьшить эту инфекцию, сделать возможным более раннее выздоровление. В свою очередь мы усиливаем сейчас бригады скорой помощи, увеличиваем количество людей, работающих на колл-центрах, ввели чаты, в которые можно писать, не дожидаясь звонка, причем это у каждой поликлиники они есть. Да, разворачиваем койки специфические в различных учреждениях, приближая их к населению. Лекарства в достаточном количестве у нас имеются. В аптечной сети также имеется в достаточном количестве. Мы пройдем эту волну. Пройдем ее. Главное сохранить сейчас свое здоровье, не получить осложнений и не потерять своих близких родственников. Благодарю за внимание.